5 декабря вспоминают святого Георгия Победоносца. Православная церковь вспоминает, как много лет назад, в XI веке, в этот день в Киеве произошло освящение храма Георгия Победоносца. С тех пор этот день отмечается как праздник святого Георгия. Святой Георгий жил в Каппадокии в III веке. Его родители были христианами, поэтому воспитывали мальчика в вере к Христу. Георгий верой и правдой служил своему правителю, императору Диоклетиану. Но когда правитель устроил гонения на христиан, Георгий раздал все свое имущество беднякам и признался в своей вере. За это император приказал его казнить. На Руси в этот день чтут всех воинов, кавалеров Георгиевского креста и молятся святому о здоровье и просят исцеления. В простонародье святого прозвали Юрием или Егорием.